святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Оно за того на вознесение. Ныне примирение у Бога с родом человеческим. Ныне долговременная вражда прекратилась и продолжительная война окончилась. Ныне наступил некоторый дивный мир, никогда не ожидавшийся прежде. И кто мог надеяться, что Бог намерен был помириться с человеком? И это не потому, чтобы владыка был не человеколюбив, но потому, что слуга не родив, не потому, что, чтобы Господь был жесток, но потому, что раб неблагодарен. Надлежит знать причину прежней нашей вражды, чтобы ты, увидев нас, врагов и неприятелей, удостоенных чести, подивился бы и человеколюбием почтившего, чтобы ты не думал, будто времена перемена произошла от собственных наших заслуг, чтобы ты, познав чрезмерную благодать Его, не переставал постоянно благодарить Его за величие даров. Итак, хочешь ли знать, как мы оскорбили нашего владыку, человеколюбивого, кроткого, благого, устраивающего все для нашего спасения? Он имел в мыслях некогда совершенно истребить род наш, и так разгневался на нас, что определил погубить нас с женами и детьми, со зверями и скотами, и со всей землей. Если желаешь, я тебе дам выслушать самое определение. Истреблю, говорит он, с лица земли человеков, которых я сотворил из зверей и скотов, ибо я раскаялся, что создал человека. Книга Бытия, 6 глава. А дабы ты знал, что он не возненавидел естество наше, но отвращался пороков, он сказал: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. И говорит это человеку: конец всякой плоти пришел пред лицо мое. Это же глава. Если бы он ненавидел человека, то не стал бы беседовать с человеком. А теперь видишь, как он не только не желал совершить то, что угрожал совершить, но еще оправдывался. Господь перед рабом беседовал с ним как с равным, себе другом, и объявлял причины предстоящей гибели. Не для того, чтобы человек знал эти причины, но чтобы, сказав о том другим, сделался более благоразумным. Аминь. Храни всех, Господь. Завтра в 8 часов молитва.